Сегодня у нас 2 августа 2021 год. Недалеко, в окрестностях поселок Новомихайловка, там Туапсинский район, там дальше город Туапсе. Рейд по обочечникам, выявляем бедрил, там капитально семем. Вот он первый, да? Белый, раз, два. Два белых подряд. Ё-моё, надо командира сюда и подкрепление. Да. Пойдем туда проскочим. Надо зафиксировать их. Так, раз, два. А еще какие были? А вон тот строился сразу. Все. На обелечивание. Все на обелечивание. И вон тот. Вот, раз, два. Вон тот, да. Ну а еще от третьего, от четвертого я не знаю кто. Да, четвертый куда строился, да. Три точно. Да, три точно. Четвертый раньше. Ну да. Ё-моё. Так, а где еще один? А он уже вклинился. Да. Спасибо, да. Инспектор! Сузуки, вот! Вот это тоже, вот. И походу вон тот, но это тот не... Или вот этот, да. Какой-то ушел. Какого-то мы не опознали. Вон еще один, кстати. Вон он заезжает, вон он. Вон джип. Серебристый, Nexia едет, вот, за Nexia, видишь? Ну не джип, а вон тот, да? Ну за Nexia. Легковушка. За Nexia. А, ну ладно, ты видел, да. Я просто не видел. За Nexia. Так, на четверке что там уехал, да? На четверке уехал. Вон, уезжай! Ничего себе, надо гонять. Вот это... Вы будете догонять, не? А, да все, он уже понял. А? Он уже понял, что никуда не уедет. Сюда, сюда. Пытался, но понял. Все, все. А, за Nexia, я забыл, за Nexia, за Nexia. Да, да, да. Нет, там... Так, ладно. Здесь. И там. Фиксируем. Фиксируем. Нарушение ваше. Какое нарушение? А уже что туда? По обочине едет. А вы кто такие вообще? Обычно. Инспектор, там за Nexia. Ехал. Где ехал? Вон я там, стоял, наверху, да, зафиксирован на камере. Я стоял бы на обочине, у меня жена ходилась. Не надо рассказывать. Я выезжал. Я же видел, вон, как вы двигались. Я двигался. Вот, за Nexia. Да какой голословно? Могу видео показать. Ничего не поставят. А вам что, нарушать все права нравится, да? Над законом, да? Потому что вы вот, вот этот, город, вот. Там затруднено. Так это ситуация здесь. Да не Nexia я. Не Nexia. Вон та, Hyundai, вон так был. За Nexia говорю. Все, да и ничего. Езжайте, что. Я подписываю, ребят.
А? Ну, да он не нарушал. Вон, Hyundai нарушал. Неправильно, инспектор, понял. Езжай. Все, пожалуйста. Здравствуйте. Очень приятно. Да, инспектор не того остановил. За Next. Олег, я прямо. Движение по обочине, которое вы допустили. А где? Покажи, где я допустил. Я вам говорю. Я где я был на обед? Покажите. Еще раз. Надо? Я с вами разговариваю. Не, хорошо, видеофиксацию. Видеофиксацию покажите. Покажите мне видеофиксацию. Удостоверяющий вашу личность. Водительская, сердце регистрации. Да, вот это да. На транспортное средство. У вас их забирать, да, получается? Я обращусь к инспектору машины. Меня сзади. Я сейчас к нему сам документы. Я не буду доставлять документы. Отказывайтесь. Отказывайтесь предоставить документы по первому требованию. 19-3. На каком основании нарушения? Видеофиксация. Я не верю вам. Я вам не верю. Да, нарушил, не верю. Разъясни, кстати, 19-3 и все. Не я вас задерживаю, не надо нарушать правила дорожного движения. Я не нарушал, говорю, покажите мое нарушение. Покажите мое нарушение. Покажите мое нарушение. Покажите мое нарушение. А вам сколько надо повторить? Вы представитель закона, правильно? Нет. Вы представитель. А вы зачем здесь остановились? Привлеките к ответственности. Кто такой? Посередине проезжей части. Переходите. Я за него. Кому? Кто ты такой? Сейчас узнаешь. Не борзей, дядя. И ты. Веди себя спокойно. Да. Сзади. Я по обочине не ехал. Вон инспектору документы передайте, он там. Я еще раз говорю. Вы нарушили ПДД, перекрыли полосу. Здесь вообще нельзя стоять. Где? Здесь стоять нельзя. Где я нарушил? Ну вот, вы полосу перекрыли. Я увидел моего товарища. И что теперь? Надо было согласно ПДД остановиться и подойти. А захотел и остановился, такого не бывает. Ну нельзя так останавливаться. Что нельзя? Нельзя останавливаться так. Нельзя. Хорошо, ты с другом едешь, блядь, он пропасть сюда. Ну пускай вон там остановится, пускай там на обочине остановится. Ну как не знал? У него ПДД, он знает ПДД. А ты знаешь? Знаю. Хуёво ты знаешь это ПДД? Нормально, не выражайся, дядя.
Первое предупреждение. Да. А скажите, инспектор, что там с этим 703? Каким 703? Я его нашел. Ух ты! Все. Спасибо. Спасибо, круто. Крутяк вообще. И будем за расцепку, да, и за Вы только дайте видео, свидетелями, чтобы вас записать. Конечно. Запишем, без вопросов. Водитель, 703, вот, да? Водитель, он не отрицает. А, вот он, да? Ого. Хитрить пытался, не получилось. Мы сейчас? Нет, нет, нет. Так, что там? Где на документы? Они на обед уехали. На островке, да, на островке. Куда он поехал? Поехал, по-моему. Да не, встань. Да, поехал. Да. Не, они ж... Хотел повторить судьбу того водителя. Все правильно. Да, водителя BMW нашел, догнал. Ну, вообще доехал. Вот это тут мы дали вот с тобой в жизни. Вот это да, тут не уйдешь никогда отсюда. Ужас просто какой. Вот он водитель, кстати. Вот где, машина, где который пытался уйти, кому-то развернул через мою сплошную. Одна сплошная? Не одна сплошная, Лёх. Да, через сплошную просто, да. Не. Вот Мерседес. А тут, вот он. А, не. Да мне кажется, какой-то грязь, да? Лобовое. Лобовое, лобовое. Телефончик. Нетонированная лобовина. Да не знаю, трудно сказать. Пусть. Так, смотри. Тонирован. Скорый потом развернулся и поехал. Видео состояло, две машины на аварии. Ну, ноги подбивали себе, все убегали, да? Ноги он подбивали. О, вот это да. Себе. Это да. Вот это инспектору почет и уважение. Через да. Кусты, наверное, куда. Молодец. Ужас. Через из-за... какие кусты? Через непроходимые виды. Это ваше мнение. Да? Ну да. Тут пробка у нас рассасывалась, опять пошла, ё-моё. Ну, сейчас поменьше стало. Мы... Не-не, она стоит. Стоит, да? Перезвоните, пожалуйста. Там. И видео. А что, вы знаете Лукова, да? Ну, уже да. Да. А, уже знаете? Так, ладно. Это я потом перезвоню сейчас. Нет. Что, сегодня день ВДВ, да? Ага. А вот так можно? Тут массово-массовое движение. Да, ВДВ пошло. Через праздника можно, да? Возможно, да, простите. Ну, возможно. Как он будет себя вести, непонятно. Вот этот участник боевых действий, мужчина, по базам проверили, у него нет нарушений, ничего. За то, что хамил, может, если извиниться, тогда там за нарушение, за то предупреждение предусмотрено. Проверил инспектор. Брат, скажи, вот, у вас нарушение одно было на полосе, вы. Я еще раз объясняю. Я с уважением отношусь ко всем. Мячикам дорожного... Подожди, подожди. Я отношусь это самое ко всем сотрудникам. Я ехал, никого не обгонял, никого не чёрт. Я остановился, то, что я увидел, это мой товарищ, мы едем вместе. У вас тоже, вы друзья. Вы тоже вместе. Ваша машина. Меня зовут Александр. Александр, это нарушение. И вот, я говорю, вы тоже неправильно себя ведете, мы тоже смотрим. Александр, могу извиниться, что все, давайте. Ну и мы готовы вас все. На первый раз сказать. Брат, я тебе говорю, ну ты не всего хорошего. Давайте все, вы извините. Завтра ты приедешь в Ростов, друга, будешь ехать, вот так получится. Нет, я так не ехал. Я остановлюсь. Нет, я тоже не нарушал. Я не нарушаю. Я увидел, я стал, я инвалид. Вы с нарушением остановились просто, а с нарушением остановились и все. Вы участник боевых действий. Я участник боевых действий. Уважаемый человек, все. Я поэтому сам... мы и нашли с вами общий язык. Вот хорошо, и все. Хорошо, мужики, ладно. А то мне еще... Недопонимание возникло, все, спор возник, но останавливаться здесь нельзя. Все, хорошо. Все.
просто ехать так, я просто это нарушаю. Я когда вылазю, я вылазю, если я нарушу, я вылазю, говорю, мужики, извините, я пошел, понимаешь? Ну а так, ну что? Не, ну все равно нельзя. Там какие-то непонятки. Представляешь, вот каждый из таких. Я понимаю, если тебя нарушил. У тебя что же семья? Я тебе говорю, ты с другом едешь, мы вместе отдыхали. Ну все, ладно, ты все. Едешь, друга, я понял, увидели друг друга сразу. Ну как, ну блядь. Ну он видите, мы не видим. Да что, ну как, ну так, ну мужики, ну бывает, все. Ну и что эти, блядь? Ну что? Пускай фиксируют, блядь. Пускай, блядь, садятся в туалет, блядь, и смотрят свои страхи. Они наставят на них, они, я не знаю, кто они такие, они с камерами вышли, блядь, и чё? У них не удостоверение, что это такое, они бы? Обкурились им делать. Сейчас точно будем оформлять. Конечно, будем оформлять. Чё-то она недопонимает, жена. Пацаны, сейчас приедет наряд. А моя камера понимает, что у меня 14-летний ребенок дома один, блядь, и у него 37,9 температура, блядь. Я сорвался с отпуска, еду домой. Пробка, которую ты снимаешь, якобы, вы не якобы, здесь снимаете, молодой человек. И вы вообще не представились. Там снимай. Почему у вас пробка, бля? Руками не машите. Да вы не рассказывайте, чем нам махать, молодой расстояние человек. Скажи, какое я могу махать. Просто а что ты пропал зелеными флажками? Кишка тонка, бля. Вы что, сейчас десерти? Они нарушали. Да, что, чего говорить? Да, а до этого нарушали. Нет. Посмотрели. Да. Четко ехали в пробке. Как все. Нервничаю, я до ребенка беспокоюсь. Не надо. А то у меня тут, блядь, занимается. Ну, спокойно бы ехали, все. Вы себя ведете непривычно. И вы это признаете, и это пересмотрите свое поведение вообще. На будущее. Да. А вы как оцениваете поведение? Оценили, ребят. Кто оценил? Кто? Ну я сказала, кто оценил. Сейчас приедет патруль, наряд, да, и все вас оценят. Нас? Конечно, кто вы такие? Где ваши документы вообще? Кто вы такие? А ваши где? Мои в машине. Мои в машине. Ну покажите так. А вы кто такой? Ну зачем вы меня спрашиваете? Зачем вы у меня просите документы? Ну я же к вам не прицепилась с камерой, я не снимаю. Чтоб ты у меня просил документы. Я вообще не подсел. Просто успокойте ее. Она уже перегибает конкретно. Мы первые. Все, хорошо. Я тоже, жена есть, хорошая. Да, да, просто успокойте ее, все. Вот это тюрьма, а тот на Ниве что? А тот на Ниве стоит? Не, просто стоит. Что-то этот дольше всех стоит, я не пойму ничего. Он уже остановлен был, наверное. А что вы стоите? Она позвонила. Вот смотри, всех пропускает что ли? Вот смотри, мы вроде нормально поговорили, смотри, к чему ты подвел, а ты лишь как нормально. Что? Да при чем тут он подвел, жена ваша? Ребят, что вы делаете? Куст за кустом. На нас сидишь, на базе. А, кто? Эти люди пишут? Как мне списывать этот куст? Ну я не знаю, это люди пишут, это их право. А что они пишут на ваши действия? Что вы за обочину привлекаете? Уважаемый, вот скажи мне, пожалуйста. Нет, я не знаю. Вот это YouTube было. А что? А вот. Так это вот женщина звонила, вот. Такие курсы. Вот скажи, вот снимаешь, что ты хочешь ему добиться? Это не мы. Чтобы прекратились нарушения ПДД, порядок наводим. Порядок наводим? Да. Так порядок с чего начинается? Причину надо искать, из-за чего это... Нарушение, ПДД. Что, нарушение? Я откуда знаю, что у вас в голове? Хорошо. Почему вы нарушаете? Я что ли знаю? Ну, подожди, откуда я знаю? Я по дороге еду, передо мной стоит машина. Это препятствие. Какое препятствие? Это препятствие. Все двигаются согласно ПДД. Я тебе говорю, стоит машина. Она не движется вообще. Опять. Она стоит, двигается? Машина не двигается. Какая? Она препятствует. Какая машина стояла? Передо мной Hyundai стоял. Он попами стоял. Я какой? Подъезжаю к нему. Hyundai стоял. Это препятствие. Ответь мужчина, на вопрос. Есть определение. Я не видел. ПДД. Ты не видел? Я говорю по ПДД. Я где могу на сплошной обогнать? Вот скажи. Когда сломан автомобиль или попал в... А я что, блядь, выйти должен спросить, ну, дорогой, ты поломался или нет? Ну, он стоит. Вы же видите, что поток идет. Не надо. Какой идет поток? Поток стоит. Я поэтому, наверное, и пошел. Поэтому все не сломанные машины, правильно? Если бы одна стояла. Короче, вот, да, меня тут нет. Тогда бы вы бы обогнали, поехали. А тут поток идет. Вот, смотрите.
Это же не одна машина. Чего вы рассказываете? Мне так все надо. Сейчас назад. Вот это вы пытаетесь себя оправдать. Я оправдываю себя. Это все нарушения. У меня нет ни одного штрафа не оплаченного. А зачем же нарушать? У меня нет ни оплаченного техосмотра. У меня нет ни оплаченного, этого транспортного налога. Какого хера там, где знак 70, я еду, стою ноль. Так по обочине нельзя двигаться. Обочина не для движения. Кто сказал? ПДД, говорят. Кто сказал? ПДД. Да? У инспектора спросите. Вытри сзади. А, да если вы вытираете... ПДД, да, понятно. Вы что хотели что сказать? Поговорить. Насчет чего? Я нарушил, я осознал. Да. У меня есть причина, я вам могу показать. У меня отец умер, у меня он свидетельствует о смерти. Чтобы я хотел, чтобы вы видео не вылаживали в YouTube, пожалуйста. А мы не выкладываем. Это просто редакция выкладывает. Меня оформят, просто у меня вон свидетельство о смерти в машине лежит. Как вы это сделали? Я не соболезную вам, но редакция она сама решает. Как что, девушка, что может, с вашим подошла парень? Ну, скажите. Как его зовут? Алексей. Алексей. Да. Ну, вот, да. Я нарушил, я осознаю, но я могу. Ну, не потом, что я захотел. Когда у меня время нарушения? У меня свидетельство о смерти в машине. Можно это видео просто не у человека когда время нарушения? Это видео мы смотрели. Так, ну вот вы поехали, во сколько примерно? Я не помню, у вас уже фиксируется, посмотрите, пожалуйста, время, чтобы... Сейчас посмотрим. Посмотрим. Поехали, да? Да. Поехали. Отец умер, соболезно, нарушать нельзя. Я согласен, но это... Это не причина. Мы очень соболезны, но если, понимаете, все будут так ездить, нет, я это просто будет... вынужден, просто справку на срочно привезти. Ну, это не срочно. Нет, срочного нет. Ну, тогда вам вот этого водителя тоже оформлять, да? Потому что я не понял, жена, человека... жена зарегистрировала курс. Сейчас приедет участковый, просит его и вас. Все. Я не пускай занимаюсь. Вот, понимаете, я понимаю. Я вот так объяснил. Вот, мы просили, она вызвала участкового. Вот, нет, это я уже вызвал. А, вы вызвали? Мы никого не вызывали, Леша. Я еще подождите, девушка позвонила, говорит, в полицию. Я никого. Потому я... что заявление остановили, заблокировали. Чего заблокировали? Я не знаю, кто-то дорожный надзор какой-то, я не знаю. Инспектора остановили, какой-то надзор. Просит разобраться в этом вопросе. Поэтому решил сюда эти штуки разбирать. А, ого, вот это да. Ситуация. Да, сложно. Дорожный надзор. Там надо ехать на перерыв. Понимаете, мы их оформляем. Они будут оформлять, пока мы здесь будем стоять, до вечера. Все, ситуация. Вот она, нет. Так, вот, уехали на рыбку. Я остановился, видел мой друг. Вот я остановился. Вот здесь, я вот. Вон там. Вот так перпендикулярно встал. Вот так. Простили, а жена зачем? На той полосе. Я заглушил машину. Я не выжил. Он вот на этой полосе встал, перпендикулярно туда движению. Вот так. Я ехал в ровно. Понятно. Я увидел, остановили. Вы видели человека вообще такое боевое влечение прошло? Да мы шли против, мы его простили, а как? Устное предупреждение, да. Мы не против, ладно, больше не нарушаем. Вместе отдыхали, все, я не вопрос. Надо было тут не останавливаться. У вас есть претензии к этому человеку? У меня нет. Спасибо. Жена что-то там немножко... А жена нормально. Ты, Леш, если ты узнаешь, что у меня жена в Ростовской области, ты просто отпустишь. Кто? Ваша, не ругайся. Кто жена? Да расскажите просто. А что, ребята? Давай. Странное поведение. У меня к нему и не было претензий вообще никаких, потому что объяснил, что он участник боевых действий. И предупреждение сделал. Вот это кутерьма, да? Mm-hmm. Вот это, да. Вот эту кутерьму вы будете разбирать в администрации. Да, ну, каким образом? Вот, да вы идите, вам же нужно. Извини меня, мне конституцию навязали, понимаете? Так идите разбирайтесь. С кем разбираться? С этим, блядь, железкой, блядь. А мы головой бить. Железкой, что ли? Ну иди, администрация. Так вы железкой не хотите, блядь. Она в железкой. Да не, вы если... Ты снимаешь, ты хочешь закон.
Так я и законы. Ну, по закону я не обязан никому, понимаете? Я не обязан никому. А если вам что-то не устраивает, уйдите в администрации, требуйте. Ну, почему здесь просто спросил администрации? Отменить ПДД. Почему они не регулируют, вот, чтобы просите, было движение? Просите. Они говорят, нам это не отпустят. Они отпустят все. Пропускают посуду 7 тысяч, сейчас нет, через 20 лет. Значит, найдите того, с кому я смотрю. Если ты когда купаешься, у тебя воды не хватает, мало воды, ты что делаешь? Ты кран открываешь, правильно? А когда кран открываешь, воды мало, то трубу меняешь, блядь. Делайте вот, это, ебаная дорога. Зачем вы матом ругаетесь? Что мы здесь делаем? Нормальных слов мы нет. Что здесь делаем? Давным-давно вас вот надо. Конкретно мы что? Из-за чего? Хорошо. Вот если из-за того, что пропускаю способность дороги. Да, пропускаю способность. Почему машина стоит? Потому что много транспорта. И обочник еще лезет. Транспорта много. Если каждая машина едет 40 км в час, пробки не будет, так она стоять. А вы понимаете, что дорога федеральная в Джугасуче проходит через населенный пункт, где живут тоже люди? Да. Не так, такие же, как и вы. Да, я понимаю. Вы живете, если в Ростовской области, я сам Ростовской области, все населенные пункты уведены от федеральных дорог, то здесь проходит через федеральную дорогу. Я это прошел лет 7 назад. Вот я так там до сих пор стояли казаки на переходах, блин, в такую жару. Они останавливали людей. Нас собралось 10-15 человек. Остановили машину, пропустили эти 10-15 человек. Буквально 5 секунд, 6 секунд. А здесь, блядь, одна идет, да блядь. Не ругайтесь матом. Вы слышите? Вы не могли слышать. Да не надо, не надо. Не надо, да, забрали пешеходный переход, если вы будете это заметить. Я на школе забрали пешеходный переход на летний период. Надземный остался. Фу. Да, не понимаю. Делайте здесь несколько переходов. Ощущение, да не будет, а Джубга почему стоит? Так там две полосы. Джуб. Вам три. Все обязаны, как будто. Вам там три полосы. Такого не бывает. Не кто бывает обязан? Такого. Кто не обязан? Вам никто ничем не обязан, понимаете? Да? Да. А, чем, тогда а я кому обязан? От машины откажитесь и все. Я всем, что ли, ездит обязан? На поезде тогда. Или на самолете. Да как я хочу, я так и езжу. Вот, тогда как все ездите. Соблюдайте. Как говорится, вы, а не как на самом деле. Соблюдай, закону. Сделай так, чтобы соблюдались. Так я не делаю, делай. Понимаете, вы ко мне обращаетесь, я не делаю. Ну замолчи, что у меня нету полномочий это делать. Если были, я бы сделал бы. А зачем тут разговаривать? Зачем тут? Потому что вы нарушитель, вы создаете проблемы людям. Я не нарушитель. Да, вы. С моей точки зрения, я не нарушитель. А что же по обочине ехали? Это не нарушитель, значит. Можно так, да? А правила читали? Или вам плевать? Вы вообще в России живете или нет? Соблюдайте права, друзья. Да не буду я соблюдать. Как это не вот буду? Вот когда тонированными стеклами 001, когда все, мы 001 сейчас привлекали. И растонировали все, да. И по встречам. Не только вас одного выбрали. Все перед законом равны. Загрязненными номерами. Это мы не говорим. Да. Все на свете здесь были установлены. Хорошо, езжай в Геленджике. Понятно. И в Геленджике вчера и эвакуировали всем плотным. Не вы один, да, тут. Мастян, думайте, что вам все можно. Всех останавливаем подряд. И вчера и на ООО привлекали людей, непонятно. С тремя буквами конторы интересно. Все привлекаются, понимаете? Не надо так класть на закон. Дети, ты там видео посмотрите, наш надзор, потом увидите. Нет, здесь не рассказывай. Ага, да, вот посмотрите канал, увидите. Потом. Ну начинает что-то. И себя строить непонятно. Как будто думаю, что он над законом. Все должны нести ответственность. Все. Ребенка никакой закон не платит, понимаете? И блатные, шальные, непонятно какие. И простые, и обычные, и 001 тут бычился капитально. И все понесли. И АСК. Вот так. И будут. И что теперь от этого? Тебе-то лично. Мужчина просто сомневается. А тебе-то от этого что лично? В том, что у тебя закон, а мне потом всякие негодяи, негодяи только не будут жить. Да какой ты негодяй, на себя посмотри, негодяй. Не вы, обочинники негодяи и нарушители. И хорошо. Права людей нарушают, чего ж хорошего? Да я сейчас копнусь в твоем прошлом, я с твоими правами разберусь, что ты там нарушил. Разбирай. Я ж не против, я ж выборы, на выборы все зарабатываешь дивиденды. Вообще не собираюсь, я политичный человек. Да я уверена. Вообще я политичный и человек. И сюда проститутся. Вообще не пойду ни на какие выборы. Да пойдешь. Нет. Куда ж ты денешься? Вот увидите. Ты тут стоишь, торгуешь уже одним местом, да, полдня. Бесплатно, что ли? Расскажи мне. Проплатить. Да деньги берет. Берет деньги 100%. Берет. Конечно берет. Ну, да. А с кого? Стоишь, с кого? Вот тебе и платят. Мне? Конечно. Вы видели? А что, нет, что ли? Вы видели? Тут кто-то этого зарабатывает политические дивиденды, ребят. Да, ну, такие. Вы это голословное ваше обвинение. Да, конечно. Странные люди думают, что все люди продажные, все люди сволочи. Вы, видать, сами продались уже давно всем. Кому вы продали? Ну, кому вы продаете? Да мы сами, мы бедные предприниматели.
супермаркет. Послушайте, и работаем вы себя сами, не делайте копии других людей. По себе не судите о людях. А что о людях я не сужу? Ты какое отношение к вот людям имеешь? Не судите имеешь? Обо мне по себе. Ты животное, если, ты же не человек. Если вы там продажные какие-то, то не мы значит, что какие-то? Да. Ты тут стоишь, прикрываешься, нет. Шухеру наводишь, таким возвышаешься. Таким убогий, тебя раз жена дома скалкой гоняет. Чем возвышаешься? Вот этой камерой своей тыкалкой. А без камеры вы скажете, это не я за рулем был. Вы же трусы. По себе судить не надо. По себе вы судить трусы. Не надо. Вы говорите, что это не я, я не ехал. Это я здесь не было меня вообще. Один в лес убегал. От тебя, что ли? От инспектора. Ой, не слышно. Вон ноги, посмотрите, разодраны. Пойдите в зеркало на себя. Вон ноги разодраны. От инспектора убегал в лес. Да. Кто убегал? Спросите. Да не смеши меня. А, потом ага. Видео посмотрите. Да обязательно. Вот а что ты уходишь? Стекло. На кусок говна просто. Да зачем вы обзываетесь? Вам же я никто плохого слова не сказал. Потому что вы ведете но. Себя так. Как так? Мы ведем себя? Вот как? Мы нарушаем, да? Мы, минуточку, мы, а мы нарушаем. Да, мы. А что ты видел, что я лично нарушил? Ну, ваш муж. Мы не ездили по обочине. Не ездили, да? Нет, все, лично я не ездила по обочине. Вот штраф выносит вашему и что? Супругу. С этим штрафом я разберусь дома. А зачем вы тогда на нас? Сказать? Зачем вы тут тогда на нас выливаете всю грязь вот эту? Себя, как? Не знаю. Я стою спокойно, стою, смотрю. Тебе больше заняться нечем? А вам? У меня нормально все с делами. Да? Да. Ну идите занимайтесь ты, делами своими. Нашу жизнь да идите не делами занимайтесь. Мою, чё, нет, это общественно. Все, не это нарушайте. Все, не оскорбляйте. Проститутка, а я к политике вообще никакого. Будьте, покажи меня. В политике вообще никакого отношения. Нет, вообще политичный человек. Это зря вы так думаете. Все, поехали кушать. Приятного аппетита. Спасибо за службу. Все, инспектор, да? Все, спасибо, инспектор, спасибо за службу. Все, все четко, до свидания. Но мне команда руководства на самом деле. Надеюсь, что не будет. Надеемся, что не будет. И мне надо, мне помимо всего. Уйди, уйди. Здоровье. Снимать наряду. Проверять наряду. У вас фонарь горит, разрядится. Вот хочется спросить, а у вас что с ковидным режимом? Маски? А у вас вы обочечник, да, женщина, значит? Нет, я не да, знаю. Да, да, да. Вам же только а постановление. Вы, нарушаем. Мы нарушаем, да. Нарушаем, нарушаем. Вы гордитесь, наверное, этим. Да, да, конечно. То есть вы рады навредить своему губернатору? Да, да. Красавцы. Нет. У нас нет губернатора своего. Навредите. Да, 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 да. Красавцы. Так, что там? Все четко. Так, ну вот заканчивается наконец оформление вот этого BMW за выезд на встречке и разворот через. Ну а этого кто-то номер инспектор обещал с земли достать. Все. И привлечь к ответственности. Ну да, а мы на этом заканчиваем здесь. Спасибо всем за просмотр. Смотрите, будет интересно.